Всем привет, друзья! Добро пожаловать к нам на кухню! А сегодня мы с вами приготовим очень интересный и, тем не менее, очень вкусный торт яичница-глазунья. А особенность этого торта в том, что он совсем без выпечки. Печенье тщательно измельчаем в крошку с помощью блендера. Растопленное сливочное масло добавляем в крошку и все тщательно перемешиваем. Дно формы, в которой будем формировать торт, устилаем пергаментом, а бока ацетатной пленкой. Подготовленную крошку высыпаем на дно формы, разровняем слегка ложкой и с помощью стакана хорошо-хорошо утрамбовываем. Это будет основа торта. Отправляем ее пока в холодильник. Из персиков сливаем сироп. У меня получился стакан. Если у вас меньше, доведите до нужного объема, добавив кипяченую воду. Сироп необходимо подогреть и небольшое количество отлить в отдельную чашку. В этой чашке растворить столовую ложку желатина. Когда желатин полностью растворится, перелить в остальной сироп. Тщательно все перемешиваем и переливаем все на охлажденную основу. Слегка разровняем лопаточкой, чтобы масса равномерно распределилась по основе, и отправляем в холодное место до полного застывания. В небольшом количестве теплой воды растворяем столовую ложку желатина. И пока желатин набухает, займемся сметанным кремом. В густую сметану добавляем творожный сыр и сахар и все тщательно перемешиваем с помощью миксера. Можно также это все взбить блендером. Сюда же добавляем растворенный желатин и все тщательно-тщательно перемешиваем. Получившийся крем выливаем на застывший слой сиропа и с помощью лопатки слегка разровняем. Заодно убираем и появившиеся пузыри. Раскладываем дольки персиков, слегка утопляя их в сметанном креме. Отправляем торт в прохладное место до полного застывания. Торт яичница-глазунья готов. Перед подачей, по желанию, можно украсить торт листиками мяты, имитируя зелень. Торт получается очень нежным, вкусным и необычным. Если вам понравился наш рецепт, ставьте лайк, напишите нам комментарий, нам будет очень приятно. И подписывайтесь на наш канал, впереди будет еще очень много интересных рецептов. До встречи в следующих видео!